В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Безавлук. Сьогодні до нас завітав представник Української морської партії Сергія Ківалова, директор VG Marine Service Володимир Гнатенко. Вітаю вас. Да, дуже приємно. Добрий день. Вчора відбувся круглий стіл, організований Українською морською партією Сергія Ківалова, на якому прийшли до висновку про створення нової спеціалізованої структури підтримки моряків. Використовуючи свій багаторічний досвід на флоті, ви озвучили питання, які вже необхідно вирішувати, не працювати за фактом того, що сталося, а йти на випередження. Тож, розкажіть нам основні меседжі, які були озвучені на круглому столі та до яких висновків прийшли. Да, ну, первое, я хотел сказать, что уже несколько лет назад я написал такую программу «Экология судовых систем и экипажа», ЭСА называется. Она подразумевает сэкономить судовладельцу приличные суммы от сэкономленного процентов 10, пустить на здоровье моряка, на качественное питание, на живую питьевую воду, на безопасность. Это один момент, который мы обсудили и решили его включить в нашу программу вот этой вот структуры, которая начнет работать. Второе. Я выработал такое предложение к кабинету министров, к президенту, и меня поддержала морская партия. Мы общались и с Подгородинским Вадимом Николаевичем по этому поводу, обращение по проведению международных морских инвестиционных форумов в Одессе, ежегодных, и промежуточные круглые столы. Суть его в чем, что у нас, так как у нас своего флота нет, но у нас еще осталась наука, очень грамотная наука, которая может дать реальное предложение для мирового флота. И эти предложения, я вот сталкивался со многими учеными, все, и они стоят приличных денег, и мы бы могли уже какую-то, даже заявлять о какой-то рентабельности этих предложений. Это один момент, это по круглому столу. Значит, что еще у меня в предложениях? В перспективе после карантина запустить круизное судно по Черному морю. А зимой Эгейское, Средиземное. Где-то судно достаточно по теперешним меркам, так как вот и вирусы бродят по миру. Достаточно на 600-900 пассажирских мест для того, чтобы мы могли обслуживать его на наших верфях. Допустим, Ильичевский судоремонтный завод. Очень интересное направление мы обсудили, развивать международное морское юридическое. Потому что часто, зачастую, моряк, находясь за границей, и он ждет реальной правовой, да, правовой помощи. У меня очень много примеров. Буквально вчера мне звонили, позавчера ребята звонили, которые находятся за границей, и они как бесхозные. Ну и что греха таить, есть крюинги, которые не очень качественно работают с моряками, как судовладельцы тоже уже избалованы, они часто используют моряка, можно сказать, как прокладочный материал. Что-то со здоровьем списали, крюинг посылает нового, зачастую семья не работает и без средств для существования остается. Вот эти вот моменты мы сможем тоже очень хорошо решать. Одеса – це перш за все морське місто. Наскільки важливо сьогодні підтримувати моряків та розвивати морегосподарський комплекс? І навіть розвивати одеське пароходство, тому що це дійсно дуже важливо в наш час. Флот нужно возрождать. Можно начать с возрождения маломерного флота, допустим, туристический бизнес взять для начала Дуная, так как он выходит на Европу, была заинтересована бы в этом Европа. У нас есть еще возможности строить маломерный флот. И обслуживающий маломерный флот можно строить на воздушные подушки, кранопланы, которые будут уникальные. Там не нужно, допустим, делать лоцманский катер с ледовым поясом. Достаточно, чтобы на воздушной подушке это все моменты катер отработал. По морякам прописана очень мощная программа по здоровью. Мы предлагаем, вот смотрите, судно на переходе, моряк совершенно
по медицине не защищен. Потому что стропомы недостаточно медицинских знаний для того, чтобы оказать моряку помощь. Мы прокрутили очень много приборов диагностики. Современные приборы диагностики, они каждый день совершенствуются. Есть очень много фирм, которые с удовольствием будут участвовать, даже можно тендер объявить. Сканер устанавливаешь на судне. Моряк отсканировался, достаточно руку приложить к этому сканеру. Информация уходит на дежурному врачу на берег. И через полчаса моряк получает полноценную консультацию. Телемедицина. Да, телемедицина, да, телемедицина. Между прочим, эту телемедицину можно поставить на судоремонтных заводах, в портах, даже на АЗС. Водитель фуры или еще чего-то, стало нехорошо на трассе. Подошел, приложил руку, получил квалифицированную консультацию врача. До речі, в клініці Міжнародного гуманітарного університету при ініціативі лідера Української морської партії Сергія Васильовича Ківалова вже працює такий проєкт, як телемедицина. Да. І ми з В'ячеславом... В'ячеславом Полясним. Полясним вже обсуждали на після круглого стола вот этот вот момент, що інтересно і розширять возможності вот этой вот телемедицини. Співпрацювати. Да, сотрудничать в цьому направлінні. Потом для моряков, кроме того, смотрите, мы можем отслеживать, как Вячеслав Полясный сказал, тоже очень хорошо и правильно сказал, что мы можем отслеживать, моряк пришел с рейса, мы его отсканировали, посмотрели его здоровье, да, перед рейсом, дали ему консультации, даже вплоть до того, какие продукты ему кушать, ну, рекомендации, какие они стоят ему. Даже можем мимо меню выработать интересное, чтобы им было вкусно. Индивидуально. Индивидуально. И перед рейсом мы его сканируем. И когда, работая в рейсе, потому что сейчас идет переутомление, 12 часов в основном рабочий день, 8 вахта, 4 подвахта, без выходных, без праздников, это накладывается все. Работа в машинах, есть еще тропики, работа в машинном отделении, там температура иногда за 60 градусов доходит. Поэтому переутомление идет. Официальная статистика, кажется, сейчас 76% аварийных случаев и несчастных случаев из-за переутомления экипажа. Он приходит с рейса, мы его сосканировали, мы понимаем, что, значит, судовладелец какие-то нормы не выполняет, потому что мы по здоровью увидим, какой он вернулся. И мы можем и профсоюз подключить, и юристы могут отработать и заставить уже судовладельца обратить на здоровье своих экипажей внимание таким образом. Потом приборы живой воды. Мы обследовали приборы живой воды. Это потрясающая вода, она повышает иммунитет. Они недорогие, достаточно на небольшие экипажи один прибор поставить. Но моряк защищен, потому что он не пьет опресненную воду. Кушать ему готовят тоже уже не на опресненной воде, а на качественной. Что такое живая вода? Это pH 8-11, минусовой редокс потенциал. Минусовой редокс потенциал — это только у материнского молока. И наша клетка имеет минусовой редокс потенциал. Мало того, это еще и экология. Моряк перестает закупать в пластике и выбрасывать эту посуду за борт. Это пластиковые острова в океанах. Так. Это по воде. По питанию предлагаем тоже проращивать микрозелень. Очень интересный вопрос. Это полноценный витаминный запас моряка. Достаточно 30-50 грамм в день. И красота для глаз. Сидит в столовой, кушают и проращивается. Вот на каждый день идет порциона. Противень за противенем, проращивается эта зелень. Это все так чудово звучит. А когда можно ждать на... Потому что нам нужно работать, поэтому мы создаем вот это вот наше все. Да? Создаем для того, чтобы мы могли как-то начинать влиять. Так. Понимаете? Через профсоюзы, через юристов. Вот смотрите, если... Для чего нам еще нужны грамотные юристы? Если экологи не хотят выполнять наши рекомендации, а они именно реальные наши рекомендации, что мы спасаем экологию, ведь экология — это наша, правильно? Мы же для себя это все хотим сохранить. Они не реагируют на нас. Значит, юристы подают там иск или еще что-то там, как они знают, как это делать, и мы через юридически заставляем его это выполнить. То
есть, вы понимаете, это хорошая дубинка для того, чтобы судовладелец к нам прислушался. Сьогодні Українська морська партія ставить перед собою мету – це, звісно, відновлення роботи морегосподарського комплексу, допомога морякам, адже дійсно ми всі знаємо, що в кожній третій сім'ї є людина, яка тим чи іншим способом зв'язана з морем. Розкажіть, яку допомогу Українська морська партія надає та планує надавати морякам вже зараз? Ну, саме перше – взяти робочі документи, сертифікати. Очень завышенные цены, не каждый моряк в состоянии оплатить такие суммы за рабочие документы. Второй момент – выпускники, курсанты, студенты. Ребенок учится, он уже понимает, что у его семьи нет этих денег, чтобы оплатить. Вы меня извините, 2000, 5000 долларов, где ребенку взять? Он еще не работал. А мы же не понимаем, это же приличные суммы, ему негде это взять. Поэтому юридически нужно начинать с этим бороться и нужно ставить этих чиновников на свое место. Курсантам и студентам вообще нужно давать начально рабочие документы бесплатно, для того, чтобы дети стартанули. Иначе мы у них отбиваем желание работать, желание учиться. Они без желания, потому что они учатся без будущего. Они понимают, что он закончит, получит учебный диплом, и все, и на этом он остановится. Потому что влада діє за стереотипами, что моряк – це забезпечена людина, це людина, яка заробляє велику кількість грошей, і думаю, що з них так можна щось отримати. Да, моряка зачастую рассматривают как дойную корову. Вы посмотрите, все же живут за счет моряка. Начиная от учебных заведений, где они учатся, правильно? Обучение платное, потом рабочие документы, потом учебные центры всевозможные, порты. Не было бы моряков, и порты бы не работали. Судовладельцы, крюинги, все на моряке зарабатывают. Только и моряка продолжает еще и унижать, и наказывать деньгами. Поэтому благодаря грамотным юристам, благодаря морской партии, я надеюсь, что мы сможем начинать постепенно с этим бороться. Так, а це все дійсно є дохід до казни? Конечно, конечно. Они приличные суммы привозят сюда. Так мало того, вот взять меня, я работал в ЧМП, да, и когда судов наших уже не стало, они меня просто вызвали, предложили, говорить: мы предлагаем вам написать заявление по собственному желанию, потому что флота уже нет, чтобы мы не искали возможность вас уволить. Конечно, говорят, в лучшие времена нам нужно было бы дать вам ветеран труда, там, наградить чем-то, все, но сейчас, извините, такая ситуация. Выкинули на улицу, и меня, можно сказать, подобрал иностранный судовладелец. Я отработал, я тогда на пассажирских флоте работал и очень хорошо отработал, качественно, тогда школа была у нас мощная. Это все начинает разрушать, система обучения начинает разрушать. То есть зачастую используют программы учебные, которые были очень давно написаны, они уже не актуальны. Мы тестировали как-то сварщиков, и где-то очень малое количество ребят сдало экзамен. Там были и выпускники профтехучилища, и ребята, которые уже работают. Нужно немножко поменять учебную программу, нужно наладить практику. Когда ребенок будет, когда он учится, ему нужно сдавать экзамены не для того, чтобы сдать и получить оценку. Ему нужно, чтобы он понимал, что он сдает экзамен для того, чтобы знать, для того, чтобы он получил специальность и по ней начал работать качественно. Нас уважали везде за наш качественный труд, за наши знания, за наше умение. Сейчас мы это начинаем постепенно терять. Но еще не поздно все это вернуть. Одесити сьогодні бажають бачити своє місто історичним, з дитячими садочками, школами, без багатоповерхівок. Окрім цього, якщо ми не будемо займатися відновленням морського господарства, наступні покоління взагалі забудуть, що таке колись існувало в нашому місті. Вчора ви стверджували, що Одеса повинна стати морськими воротами України та Європи. Да. От поясніть, що це значить у вашому розумінні. Ну, смотрите, первое, что круизник по Черному морю запустить, это в состоянии сделать, просто нужно поработать туриндустрии над этим вопросом, даже пригласить иностранного судовладельца, чтобы мы начали здесь работать. Второй момент, у меня была всегда мечта восстановить фрегат «Дружба».
4 года назад мне пообещал один благотворительный фонд, не буду говорить какой, что мы профинансируем, сделай диагностику, сделай ремонтную ведомость. Мы отработали там где-то месяцев 6-8 на этом фрегате, сделали диагностику, согласовали с Ильичевским заводом мальтийскую постановку в док. Все, даже расписал программу для того, чтобы фрегат был рентабельный. Расписал, как правильно проходить практику, чтобы она была интересна, чтобы она была полезна. Потому что я выходец с моря, я понимаю, что нужно современному моряку. Мы это все и сказали, что извините, пока финансирования нет. Но так как финансирования нет, вот интересная идея у меня возникла. Я думаю, что вы нас поддержите. Морская партия меня уже в этом поддержала. Под эгидой как бы можно морской партии запустить процесс среди молодежи через игры, интернет-игры, через соцсети, сбор средств со всего мира. Смотрите, на следующий год у нас 30-летие, да, независимости. Нам нечего показать. Для восстановления фрегата «Дружба» при наличии финансирования нам нужно где-то 5-6 месяцев. Мы можем на выпускной бал сделать, может быть, покруче, чем на Васильевском острове. «Алые паруса». Меня приглашали... Гриновский фестиваль «Алые паруса». Они в восторге, если мы объединим эти два фестиваля на следующий год. И в финале, когда мы соберем эти средства, и я его сделаю, представляете, мы берем молодежь со всего мира, кто участвовал, и приглашаем их в Одессу. И они приезжают с родителями, семьями сюда. Это десятки тысяч собирается в Одессе со всего мира. Мы заявляем об Украине, мы заявляем об Одессе, что мы есть, мы показываем всему миру, что мы начинаем возрождаться. Вы понимаете? И это важливо не только для одесситов, а для всей Украины. Конечно, для всей Украины. И полукраины к нам приедет на это посмотреть. И мало того, на 30-летие можно гостей встречать там, потому что будут же приглашены какие-то президенты или еще что-то. Мы сделаем, мы красиво сделаем этот фрегат, и он работать будет, потом визиты дружбы будет осуществлять в порты побратимы. И проекты прописаны для того, чтобы он был рентабельный, и для того, чтобы он работал. И интернациональная практика, потому что и вышка есть и в Польше, есть вышка в Германии, в Штатах, кажется, совместные практики. Это потрясающий проект. Мы залучаем всех долучаться до такого благодійного проекта. Да. Українська морська партія, мені здається, у назві вже все зрозуміло, що Одеса – це морське місто, партія повинна бути морська. От ваша думка? Ну, я не розумію, чому нас намагаються повернути спиною к морю. Є государства, які воюють за вихід к морю, а нас поворачують спиною, хоча щоб ми забули, що воно є. Я, наприклад, У меня очень много кругосветок. Вокруг Южной Америки несколько раз, вокруг Австралии я работал. Прошел судоверфи очень такие крупные, по всему миру я был на этих судоверфях. Я никогда не видел бедного судовладельца, я не видел бедные судоверфи, я не видел бедные хозяева портов. Все живут, работают и процветают. То есть у нас что-то не то. Нам что-то хотят внушить, не то, чтобы мы окончательно отвернулись от моря. Мы хотим открыть глаза Украине, одесситам, что море — это очень хороший заработок, это очень хорошее финансирование для всей Украины. Для всей Украины. Это не пару человек, которые должны заработать, верфи должны работать как положено. Программа прописана у нас для детей, для ПТУшников. Нужно немножко поменять учебную программу для того, чтобы она была актуальна для Европы. Нужно заключать прямые договора училищам, морским училищам, с судоверфью, допустим, куда крюинги посылают. Крюинги посылают непонятно иногда кого туда, просто так, потому что не специалист сидит. Заключить договора напрямую. 3 месяца он там работает, приезжает ребенок сюда. Он уже знает, какие инструменты, он уже умеет пользоваться ими, новые технологии, новые материалы. Он не 2 недельки отдохнет, и мы можем его поставить на нашу верфь. Он там показал, что он умеет работать, и тогда Европа та же, или, может быть, Америка, начнет там давать заказы,
на судостроение, на качественное переоборудование флота, когда увидят наши возможности. А так мы пока показать нічого не можемо. До речі, в Національному університеті Одеська юридична академія, ми знаємо, що функціонує морське училище. Да. І це є дуже важливою складовою. Да, да, да. І от ми з Романом вже мали розмову на цю тему. Він повністю согласен. Мало того, значит, там существует, мне приходилось встречаться, я был на многих судоверфях, и они с удовольствием заключают договор. С удовольствием. Мало того, они даже смогут основные фонды, у них основные фонды, я имею в виду сварочные аппараты, там для резки, все меняется где-то каждые 2 года. Вот это вот БУ, которое они там собираются утилизировать, они бы могли этим снабдить наши мореходки, я имею в виду профтехучилища. И, ребят, и дети бы уже учились на современном оборудовании, под эти судоверфи. И они бы уже приезжали туда максимально подготовленные. Мы могли бы сделать этот круговорот. 3 месяца он там работает, 3 месяца он здесь на наших верфях работает. Вот уже какой-то шаг, понимаете? Поэтому морская партия не собирается сидеть на месте и опять ждать чего-то, когда что-то на нас, мана небесная, посыпется. Мы будем делать конкретные шаги для моряка, для курсанта, для студента. Ми зараз проговорили усю, можна сказати, морську програму Української морської партії Сергія Ківалова. Тож завтра день тиші, є час, щоб думати. І ще я немножко скажу, значить, для моряків розробили теж унікальна аптечка моряка. Аптечка моряка, яка захищає моряка від електромагнітного излучення. Іонізатор для води. Он в пути, в дороге, в бутылочке держит. Полгода он пьет живую воду. С одной бутылочки просто пополняет ее. Я туда внес уже даже магний. Со мной разработчик магния работает. Уникальнейшее средство. Оказывается, о нем не хочет говорить официальная медицина только потому, что у нас из-за недостатка магния, а недостаток магния у 90% людей, возникают все болезни, начиная от сердца, суставы, инсульты. Почему я еще написал вот эту медицинскую программу? Потому что очень ранняя заболеваемость у моряков началась, 50-55 лет, инфаркты, инсульты, суставы. Мы их будем оберегать уже от такого количества химии, я имею в виду таблеток и всего. Мы минимизируем расходы на аптеку таким образом. Но об этом нужно говорить, это нужно внедрять, и нам нужно объединяться вокруг всего этого. Сподіваємось, що все-таки буде у майбутньому. Нагадую, що в гостях студії був представник Української морської партії Сергія Ківалова, директор VG Marine Service Володимир Гнатенко. Дякую вам за такий відвертий діалог. В студії працював Василь Базавлук. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». На все добре.